Мы начинаем серию репортажей, посвященных 70-летию Победы, Великой Отечественной войне. В первом репортаже мы решили рассказать о музее 22-й школы. В нем представлены различные экспонаты времен блокадного Ленинграда, а также материалы известного разведчика Николая Кузнецова. Людмила Константиновна Крупская более 10 лет отработала в 22-й школе. Во время Великой Отечественной войны она вместе с семьей проживала в блокадном Ленинграде. Эти события остались в ее сердце навсегда. Женщина поведала свою историю о жизни во время войны своим коллегам. Именно после этого в музее 22-й школы решили собирать материалы о тех асбестовцев, которые в годы войны оказались в этом городе. Так в музее постепенно появились экспозиции, посвященные асбестовским жителям блокадного Ленинграда. Детство наше, большинство, началось именно в блокаде. Наше детство связано с тем, что, как и все иждивенцы, мы получали всего лишь 125 граммов блокадного хлеба. 125 граммов – это, конечно, на целый день очень мизерная доза. И очень много жителей блокадного Ленинграда погибли именно от голода. 640 тысяч их не стало. 22-я школа – одна из самых новых образовательных учреждений в нашем городе. Несмотря на это, его историко-краеведческий музей богат различными предметами времен Великой Отечественной войны. Среди них фотографии военных лет, исторические документы, элементы вооружения советских солдат, предметы быта, а также уникальные газеты и книги. С первых лет жизни нашей школы мы хотели бы продолжить традиции советского периода, когда сохраняли память во всех участниках войны и о героях нашей страны. Поэтому эта тема у нас всегда была доминирующей в нашей работе. Постепенно мы встречались с ветеранами войны, которые рассказывали нам о том, как они воевали, в каких родах войск. И потом уже, когда эти люди потихоньку уходили из жизни, мы стали выходить на тех наших асбестовцев, чьи отцы погибли под Ленинградом. Так появились вот эти вот материалы о погибших защитниках Ленинграда, те, которые уходили на фронт или из асбеста, или из других городов Свердловской области. А это еще одна достопримечательность музея – комната, посвященная известному уральскому разведчику Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу Кузнецову. Силами учеников, педагогов и родителей в школе было накоплено немало материала, связанного с известным разведчиком. Поэтому в 2006 году в школе решили открыть еще одно помещение. Здесь в основном представлены фотографии, папки переписки с партизанами, а также информационные материалы жизни Николая Ивановича. Жизнь Кузнецова оборвалась весной 1944 года при обстоятельствах до конца не выясненных. После войны имя разведчика стало очень популярным. Учителя, прежде работая в других школах, были руководителями пионерских отрядов, а в те годы была традиция в советское время. Отряд должен был носить имя какого-то героя, для того, чтобы память о нем сохранить, увековечить, ну и брать пример с этого героя. Вот так к нам пришла на работу учителем информатики Татьяна Евгеньевна Пургина. Ее отряд ранее в школе номер 9 носил имя Кузнецова. И она нам передала часть материалов о Николае Ивановиче Кузнецове. Это было первое. Документы, первые материалы, по которым мы уже проводили беседы и сделали небольшую экспозицию. Ученики 22-й школы совместно с педагогами неоднократно совершали экспедиции на места боев за Ленинград, проводили раскопки и находили предметы времен Великой Отечественной, которые сейчас хранятся в музее. Помимо этого, специально для школьников в стенах музея проходят встречи с ветеранами и детьми войны, жителями блокадного Ленинграда. Большое внимание мы посвящаем теме войны и блокадному Ленинграду. В 2008 году я являлся участником экспедиции по местам боев за Ленинград и посетил Невский пятачок, откуда были привезены многие экспонаты, которые находятся в нашем музее. В музее мы выступаем, общаемся с людьми, проводим много мероприятий, посвященных не только войне, и сами активисты школьного музея, такие как я, посещают сборы в Екатеринбурге для юных краеведов и узнают для себя что-то новое и неизведанное. Эти ребята еще одни активисты музея. После мероприятия, посвященного узникам концлагерей, они решили перепечатать текст сохраненных рукописей времен Великой Отечественной войны. Нам рассказывали, что происходило в этих концлагерях, и как бы говорили,
Что они чувствовали, когда оттуда выбрались? Ну, в общем, там было все страшно. Мы узнали о нашем асбестовце, который был узником этих лагерей, Щедринский Михаил. В прошлом году мы решили перепечатать рукописный текст книги Щедринского Михаила Борисовича. Меня удивила жестокость фашистов, которые не щадили никого. И те люди, которые были в этих концлагерях, они были сильными. И даже когда были в плену, они помнили о родине. Им было даже стыдно, что они не воюют, а сидят и практически ничего не делают в плену. Стоит отметить, что именно созданию книг сотрудники и ребята из 22-й школы придают особое значение. Бывший учитель школы Людмила Крупская, например, стала автором нескольких книг о блокадном Ленинграде. Когда мы начали встречаться с ленинградцами в этой школе, в нашей школе, то все началось с того, что мы решили создать книгу памяти блокадников Ленинграда. И когда была произведена последняя запись, у нас возникла мысль о том, чтобы создать книгу памяти, потому что интернет завладел всеми, но тем не менее память хранит именно книга. Но 17 записей, конечно, это только была бы брошюра. И мы надеялись, что мы встретим защитников Ленинграда. И благодаря Ольге Викторовне Перелыгиной, которая в памяти сердца работает, дети погибших отцов защитников Ленинграда, она нам предоставляла, знакомилась с людьми, которые приносили похоронки. И благодаря этим данным мы смогли выпустить книгу «Помним и чтим». Это воспоминания и блокадников, и защитников Ленинграда. Еще одна книга, которую создавала Людмила Константиновна, это «Ленинградская блокада от А до Я». Здесь все то, что делали ленинградцы для того, чтобы сохранить не только свою жизнь, но и память об этом городе на Неве. Дети принимают активное участие в жизни школьного музея. В преддверии 70-летия Победы, например, музеем была организована акция «У Победы наши лица». Одной из ее участниц стала ученица 7 класса Екатерина Вараксина. В нашем школьном музее часто проходят мероприятия, акции, уроки, посвященные военной тематике. И я решила поучаствовать в акции, посвященной 9 мая 70 лет Победы. Я хотела рассказать о своем прадедушке Власенко Илье Ивановиче. Он родился в 1915 году на Украине. Это знаменитая родина Гуляй-Поле. В 1940 году его призвали в армию, как младший командный состав. Он воевал под Ленинградом, под Сталинградом, еще он воевал в Японии, на Востоке. Я родилась ведь уже после смерти моего прадедушки Ильи. Я его очень сильно люблю и благодарна ему за то, что он защитил и подарил нам мирное небо над головой. Девушка уверена, забывать Великую Отечественную войну нельзя. Ведь, защищая нашу родину, в войне погибло несколько миллионов человек. Именно музей является уникальным мемориальным комплексом, призванным увековечить память о героизме и мужестве, проявленным нашими соотечественниками в годы войны. Анастасия Самарина, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.